Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось. С начала суток их было 13, это втрое меньше, чем вчера. Огонь боевики вели в основном из гранатометов и стрелкового оружия, сообщают в штабе ОТО. Впрочем, на Донецком направлении по-прежнему неспокойно. Сюжет нашего военкора Ирины Баглай. Окраины прифронтового Верхнеторецкого боевики методично превращают в пепелище. Проверенный бездорожьем АТО УАЗик уверенно несется на передовую. На хорошо просматриваемых противником участках водитель давит на газ. Іграшка, яка мені нагадує, що в мене за спиною мої онуки. Діти передали. Вода для пожежогасіння на поготові, зброя в нас відтягнута, щоб не згоріла. Пожар закінчується, зброю ставимо на місце і стараємося також збити пил у сепаратистів. За две минувшие недели украинские пехотинцы вынуждены были освоить ремесло пожарных. Мы начинаем гасить тут, и они начали закидать запаливание мины в посадку. Их не так подпалить в одной стороне, а потом перевести огонь на другую сторону. Российские наемники специально стреляют осветительными минами. В повітрі вона ночью стреляется, раскрывается и освещает поле. Противник робить так, что она падает, и только на земле уже в сухой траве начинает раскрываться. Так как там фосфор, дуже быстро разгорается. Агрессию противника ощущаем на себе, как только подходим к одному из мест, выжженных боевиками. Отходить уже приходится под огнем прикрытия наших защитников. Вас побачили. Сели, все здоровы, это самое главное. Куда это нам пролетело? Буквально перед блиндажом два подствольника, АГСа. АГС, за все АГС. Уже из укрытия хорошо виден вражеский блиндаж, откуда боевики и вели по нам огонь. Там утес стоит, АГС есть. Отсюда стреляют, потом по левому флангу там укрепление. За время перемирия они настроились, конечно, здорово. Они под шумок, пока у нас задымленность сильная была и пожары, подтянули технику. Укрепили свои позиции. Здесь рядом две БМП. Танчик был, но я сейчас не знаю, он есть, нету. Его было слышно, когда пожары были с той стороны. Было слышно, что он завелся, поехал. А вот тяжелую технику боевики подтягивают за населенные пункты. Как и в горячий январь, когда российские грады били из-за этих жилых многоэтажек. Прямо біля цієї лівої крайньої дев'ятиэтажки вони звідти зробили запуск града, і воно все йшло на промзону. Тоді, коли вони на початку лютого хотіли відбити наші, витіснити наші позиції. Этой ночью горела практически вся лінія фронта. Бойовики сожгли десятки частних домов на подконтрольной Україні території. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Терентьєв із Донецької області. Подробності телеканал Інтер.